Всем привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео я вам покажу, как решить проблему, связанную с PUBG Mobile на iOS 13, ну уже на iOS 13.1. Ну а в начале видео попрошу вас поставить лайк, обязательно писать любой комментарий, мне это очень сильно поможет. И если вам интересны подобные темы гаджетов и PUBG Mobile, да и вообще мобильного гейминга, то обязательно подписаться на мою группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Телеграм-канал — это прям мой дневник. Итак, начнем. Заходим в настройки. В настройках заходим в пункты управления, настройки, настроить элементы управления, и тут добавляем гид-доступ. Если вы, конечно, про это все знали, вы большой молодец, но я об этом узнал совсем недавно, буквально после видоса, в котором я бомбил по поводу того, что теперь не нормально поиграешь в PUBG Mobile, и там ребята мне это посоветовали, причем не один человек. Большое всем спасибо. Наверное, там первый, кого я прочитал, это Макс, он забежал в Телеграм-канал, там перешел в чат и написал, блин, попробуй гид-доступ. Короче, мы добавляем гид-доступ, и дальше я сейчас покажу, как это работает. Соответственно, сворачиваем все дело, заходим в PUBG, и пока PUBG Mobile грузится, я вам подскажу маленький лайфхак, у кого 11 iPhone, то, видите, у меня стекло, я сегодня приобрел стекло, и это стекло, знаете от чего? Это стекло от Иксара. Сейчас фокуснусь. Это стекло от Иксара, матовое, за 240 рублей купил. Поначалу у меня вот тут не проклеилось, я в сторисах на ютубе показывал, но сейчас вечер, и вечером как бы оно все полностью проклеилось, все нормально, короче, все хорошо. Далее, мы зашли в игру, но у нас по-прежнему вот эти вот все шторки всякие, все вот это вот, возможность свернуть игру, вот это вот, опа, и все, короче, оно все до сих пор работает. Далее мы берем вот тут, вот делаем легким движением пальца свайп, нажимаем на этот гид-доступ, который мы добавили, и тут написано, что гид-доступ на чат, и чтобы его отключить, нет, Зара, нет, я не играю. Вот, и чтобы его отключить, три раза нажмите кнопку включения. Все, теперь видите, никакие свайпы, стоять, ничего нам не мешает, ничего ниоткуда не свайпается, все, да подожди ты, все у нас хорошо, и мы можем спокойно играть. То есть все, воу, давайте сейчас быстренько в тренинг-рум забегу и покажу вам, что все очень круто. Короче говоря, блин, это просто супер решение. Видите, все, там 3 пальца, 5 пальцев ты делаешь, супер, 17 пальцев ты делаешь. Что ты не делаешь? Сейчас единственное, надо сделать потише. А хрен, я потише не могу сделать, потому что все заблокировано. Да? Соответственно, чтобы это все дело убрать, нужно нажать 3 раза кнопку включения. Как неудобно. В плане того, что я не подготовился. Все. Трижды нажмите боковую клавишу включения. Раз, два, три. Все, я нажал, у меня требует пароль. Я ввел свой пароль и нажимаю отбой. Все, гид-доступ завершен. Соответственно, теперь обратно у меня все работает. Я сейчас выключаю звук. И все, как видите, опять у меня все работает. Опять я могу свайпом вызывать шторки. Вот эти вот ужасные. И если я хочу отключить, повторяю еще разок на всякий случай. Вот тут вот свайпаем. Включаем гид-доступ. Он у нас включился. Все, и теперь мы можем спокойно бегать, ничего нам не мешает. Все у нас замечательно, все у нас хорошо, все великолепно. И теперь можно полноценно наслаждаться PUBG Mobile и ждать, когда Tencent его еще и оптимизирует, чтобы прям были настройки как на, хотя бы как на XR. Вот и все, ребята, если видос вам показался полезным и интересным, опять же, напомню про лайки, про комментарии и про соцсети. Всем спасибо за просмотр, всем пока!